Более 100 заявок было подано. Достойнейшие выступали дети, очень талантливые. Жюри отметило высокий уровень. Членами жюри были преподаватели Государственного института кинематографии, режиссеры, действующие актеры. В жюри очень было квалифицированное и достойное. У меня есть отдельное выступление сольное, и я рассказываю прозу. Монолог школьника Филипп Резник. А веселый или грустный? Веселый, конечно же, про школу. Мне помог преподаватель, мой любимый преподаватель, Широкова Елена Леонидовна. Без нее я вообще ничего не сделал бы. Городской округ Химки получил 6 первых, 5 вторых и 6 третьих мест. И сегодня состоялось торжественное награждение победителей. Кстати, гран-при тоже за городским округом Химки.